Ленинском районе регулярно проводятся соревнования не только местного уровня, но и общероссийского и международного значения. Наши спортсмены завоевывают высшие награды. Муниципалитет упорно отстаивает звание спортивного центра Подмосковья. Очередным таким подтверждением стал визит легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова. Бывшему спортсмену и нынешнему заместителю председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике было интересно лично ознакомиться с достижениями муниципалитета в спорте. Первым местом посещения стал дворец спорта «Видное», где Фетисов познакомился с деятельностью женского баскетбольного клуба «Спарта НК». Зашел в игровой зал, где в то время шла тренировка, не удержался и закинул мяч в кольцо, показав свою хорошую спортивную форму. Поговорил и о проблемах, которых в клубе немало. Договорились с президентом «Спарты» Анной Архиповой фон Калманович сотрудничать. Впечатлил гостей недавно построенный спортивный стадион при Видновском художественно-техническом лицее, который был создан в рамках муниципальной программы «Школьный двор». Этот стадион был первым, сейчас в Видном их 4, в этом году планируется построить еще 6. Правильный подход. Это возможность вообще увести детей с улицы. Наверное, сегодня единственная альтернатива – это спорт. Это возможность воспитания успешности в детях с детского возраста, то, что спорт дает. Это возможность вернуть детей из виртуального мира. Вот они сейчас играют здесь в футбол, а если бы не было футбольного стадиона, они играли бы виртуальный футбол, а на самом деле это совсем две разные вещи. Стадион имеет не только комфортное поле с искусственным покрытием, а еще теплые раздевалки, тренажеры для занятий спортом. Им могут пользоваться как школьники, так и горожане после окончания уроков. Мы это ставим как свой приоритет. Для нас это очень важно. Рядом находится у нас 4-я школа, на которой представлен другой формат подобного стадиона. Там больше зона для баскетбола и волейбола, открытые теннисные корты, беговая зона. Мы пристроили там новый спортзал к школе, отремонтировали старый. Все это позволит нам отвлечь большее количество наших детей с улиц. Идею развития таких стадионов Вячеслав Александрович поддержал, обещал помощь. Также возникла идея создания школьных команд и организация турниров по футболу между школами. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ. Спасибо, ребята.